Ребятки, всем привет! Сегодня 7 у нас декабря. Это Абхазия, новый Афон. И в этом видео покажу вторую часть нашей беседы с Аней. У нас уже вечер. Сегодня очень тепло в Абхазии. Ой, градусов, наверное, 16 точно было. С Аней мы побеседовали на очень многие темы. В предыдущем видео я уже рассказывала. Кто не смотрел, обязательно заходите, посмотрите. Часть нашей беседы я уже показала. А в этом видео будет такая щепетильная тема, как работа в Абхазии, возможность открытия бизнеса, какие могут быть последствия и... Ну, в общем-то, имеет это вообще смысл делать, начинать или не? Отвечу буквально на пару вопросов. По поводу моего возраста, друзья, я нормально выгляжу. Я выгляжу на свои года, честно. Вот. Просто я фотограф, я знаю. О, дельфины! Кажется, там дельфины! У меня здесь из окна море видно. Насчет возраста, я выгляжу на свои года, я точно вам говорю. Вот, ничего такого с собой я не делаю. Ну, я уже как-то показывала, что пару раз это было первый раз, когда как раз перед тем, как Федор заболел, и перед всей этой вот вакцинацией массовой. Вот, один раз я себе делала в лицо витамины. Ну, они, по-моему, 2-3 недели они рассасываются, то есть это, ну, подкожные витаминные инъекции. Вот. И еще буквально когда? Этим летом делала, вот два раза, все. Вообще просто я мало ем. Мало ем и много пью. Не пью кофе и... Ну как, пью, когда нету воды нормальной, например, или... Или у меня закончился чай мой. Вот, особо магазинный чай я не люблю. Многие знают, что я собираю травы, сама ферментирую, сушу иван-чай там с добавлением разных наших сибирских трав. Полезных, вкусных. Вот. И сюда, в Абхазию, я привожу с собой. Правда, у меня быстро заканчивается. Вот когда заканчивается, тогда я могу и кофе там попить, и просто воду могу пить, могу магазинный чай купить. То есть, ну, все как бы не имеет таких каких-то жестких принципиальных границ у меня нету. Вот. Но то, что я малоежка, это да, это факт. Вообще, чем больше человек кушает, тем быстрее он приходит в негодность, так скажем. Ну, тело, организм, вот, быстрее стареет. Вот, ну и у меня в этот раз, вы знаете, чай, который я с собой привозила, брала его немного, у меня там иван-чай был ферментированный с чабрецом, опять же, с тысячелистником, с мятой, вот, быстро закончился, и я покупала здесь местный абхазский чай, тоже неплохой, но он другой, конечно, он другой совсем, вот, и... Решила попробовать, чай у меня тот закончился, и тот, и я решила попробовать что-то новенькое, но тоже, чтобы это было полезное. Я знала, что я поеду в Адлер, вот, за посылочкой, и заодно заказала себе чай от фирмы Гуарчибао. Я уже пропивала их витамины, очень классные, но там не просто витамины, это для похудения, да. Вот, но, кстати, эффекта на лицо, да, сами заметили, что похудела. Чай, то есть он очищающий, не просто попить, да, а он очищающий и выводит из организма все ненужное. Им можно вполне заменить утренний кофе. Но у меня сейчас как, я утром выпиваю стакан воды, но воду я вообще водохлеб, как бы я без воды вообще никак, да. Не по расписанию, там ни литр, ни два, ни пять, ну сколько-то там каких-то норм нету. То есть столько, сколько, ну, хочется, сколько организм мой требует, я столько и пью воды и за раз, и в день, то есть неважно. Вот, потом я пью коллаген, в прошлом видео показывала, а потом сейчас я пью уже вот чай вот этот. Ну, либо тот, который у меня был мой, да. Вот здесь имбирь, лимон. Надежная фирма, знаете, я как бы с опаской отношусь ко всему новому. Вот, но то, что этой фирме доверяет сайт аптека.ру, а там я заказываю для Федора, ну, многие вещи. Аптека.ру и другие такие крупные магазины какие-то тоже продают этот бренд. Поэтому, ну вот, я как бы решила, да. Вот так, наверное, будет нормально. Надеюсь, вам видно и слышно. Ай, горячий. В общем, там в пакете 20 вот таких пакетиков. Заваривается, как обычный чай, 3-4 минуты кипяточком залили, заварили, и все, можно пить. Я ничего больше туда не добавляю. На вкус очень приятный такой. Не терпкий, не горький.
такой легкий зеленый чай, да, вкус легкого зеленого чая с нотками имбиря и лимона. Вот, поэтому пьется очень хорошо, очень приятно. Но я кипяток не пью, вообще кипяток в принципе не пью. Не любитель я горячих прям таких напитков. Вот, жду, пока оно остынет. Ссылочку на этот чай в описании и в закрепленном комментарии, как обычно, оставлю. Мне, как любительнице всего натурального, особенно приятно и вызывает у меня это доверие, то, что там действительно натуральный состав, там присутствуют такие компоненты, как семена расторопши, тысячелистник мною, кстати, очень тоже любимый, вот, Александрийский лист еще там есть точно. Вот. И чай-то вот этот, он конкретно для похудения ускоряет обмен веществ, метаболизм разгоняет, поэтому очень полезная штука. Кто не успел похудеть к прошедшему лету, делаем это к следующему, давайте вместе. Друзья, вообще есть надо меньше, а жить больше. Жить надо ради жизни, а не ради еды, так скажем. Взяла еще на пробу у них в этой же фирме Гуарчибау магний растворимый, первый морской растворимый магний. Вот представляете, еще не попробовала, попробую, потом, может быть, расскажу. Вот, ну пока просто хвастаюсь. Смотрите обязательно видео до конца. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Заходите в мои телеграмчики, в телеграм-чат Абхазия и в мой личный телеграм-канал. Иногда интересные вещи там рассказываю, открываю какие-то секретики, которые знаю. Хотя, может, они уже и вовсе не секретики. Вот. А по поводу темы видео. А вообще слушайте, вот сами послушайте, да, не буду дублировать и комментировать. Послушайте, посмотрите и напишите ваше мнение по этому поводу. Что вы думаете, в комментариях напишите. В конце видео немножко сегодняшнего фона. Всем приятного просмотра. Обняла каждого. Увидимся в Сибири. За тобой захлопну дверь, не жалея ни о чем. К верности. В принципе, это, наверное, я пишу, большинство, да? Да, можно, да? Большинство вот таких межнациональных семей проблема именно в отношении к верности. Потому что в России у нас не понимается, то есть, если тебе какая-то другая женщина, тогда зачем ты приходишь обратно домой, да? Или это если разового порядка какой-то срыв, там что-то, но семья это как-то переваривает, кто по-своему, кто молчком, кто в открытую, и все, это не должно продолжаться. А здесь это... Горячий, Володя, осторожно. Здесь это становится системой. Нет! Вот. И это такое поведение до старости. То есть вот, когда вот уже кто-то здесь старится, тогда мужчины гуляют домой. Абхазы, да? Мужчины гуляют, мужчины отдыхают с отдыхающими, с приезжими. Раньше было такое, что ездили там, в другой регион. Ездят в другой регион погулять? Да, было даже раньше такое, что ездили в другой регион, то есть с кем-то там, ну, всегда же есть какие-то, там, не знаю, вдовы, там, какие-нибудь, ну, женщины, с которыми что-то случилось, когда они раньше были, то есть не то, что там публичные дома, но всегда были какие-то такие движения. И раньше ездили, а тем более они ездили, вот, точнее, там, в советские времена, они там в Сочи ездили, допустим. Мужчины из Абхазии? Вот, да, на курорт тоже, на развлечения. Вот. А сейчас что ж, все сюда приезжают, что они... С доставкой на дом, да? С доставкой на дом. Тем более всегда есть женщины, которые абсолютно не против, даже уговаривать не надо, они наоборот сами, прям, можно сказать, преследуют мужчин. Такого много. Вот. Поэтому как устоять-то? Никак. А ну, все-таки не наш менталитет. Мужчины слабый, да, народ, да, что абхазский, есть... что не абхазский. Ну, но мужчины, гуляют, да, все, я хочу но сказать. Но здесь все равно соблазн гораздо больше. Больше. Не знаю, у меня вот в России, например, масса подруг и друзей, ребят. Кто хочет гулять, то просто не женится. Например, вот так. Вот. Дальше общаться. Вот, это, конечно, а то есть вы когда разошлись? Мы разошлись. Он вот. А он считал, женился? Что мы можем и дальше продолжать общаться. То есть когда он соскучится по предыдущим отношениям, он придет. Вот, и как бы, когда... ему прям сложно было объяснить, что если ты вышел за дверь, дверь закрыта. Вот. Так что... Это женился очень... он на Абхазке уже? Да. Второй, да, раз. Ну, мы, видишь, мы решили поддержать отечественного производителя, что я, что он. Вот, поэтому...
экзотики все наелись, вот, решили поддержать общественный производитель. Ну как вот стоит мужчина? Посмотри, какой дефиле, да? Ну как удержаться? Красивая девушка. Да, и больше тебе глянешься, конечно, вот это вот, пожалуйста, пример. Вот, семейная пара. Поехали, поехали на экскурсию, там вино, там романтика, там музыка, да, там конечно. Обходительные водители, да, которые да. умеют и знают, и могут. Нет, ну едут же именно за этим, в принципе. Ну да, отдохнуть. Многие, не говорю, что все, но есть определенная категория людей, которые едут именно за этим, за легким отдыхом. Вот летом все мужчины не женаты, и кольца никто не носит. Вот, поэтому я, в принципе, понимаю, что... Здесь все мужчины не женаты? Ну, практически. Вот, да, да. Я понимаю, что порой отдыхающие женщины, девушки, они искренне недоумевают, когда узнают, что там есть семья, дети, они говорят, как? Такие вот, мы же едем завтра, там, не знаю, там, в Кишев, это, что-то, в Кемерово, едем завтра к маме. Потом выясняется, что уже есть мама. Вот, поэтому, ну, это надо понимать. Со всей абхазской просто, семьей, ну, да? Нет, просто не надо питать иллюзии, когда вот едешь в чужую страну, не надо питать иллюзии, что именно с тобой все будет иначе. Нужно понимать, куда ты едешь и как здесь все устроено. Если вернуться к теме нашего видео, Аня, есть у тебя примеры какие-нибудь, когда девушка в надежде получить гражданство, выходила замуж, и заканчивалось это плачевно? Я не... Ни гражданство, ни мужа, и потом в итоге не Абхазии. По-моему, ну как там, ну, давненько несколько муж. Несколько лет да, назад была вообще просто была такая трагедия, когда... Когда женщину... Она потеряла все, что у нее было. Она жила с мужчиной, ей говорили, что... С Абхазом. Да, русская, с Абхазом. С Абхазом это было в Гагре, она жила с Абхазом. Она купила на свои деньги квартиру. Это квартиру знакомая она... твоя, да? Нет, я знала ее подругу. Uh-huh, вот. Uh-huh. Она купила на свои деньги квартиру, причем то ли двух, то ли трех комнат, в общем, такую дорогую квартиру в Гагре. Они ее сдавали. По-моему, трех. То есть они в одной комнате жили, две комнаты сдавали, получали доход, и квартира была оформлена на ее, как она считала, мужа. Вот. Неофициального. Неофициального, да. Но она тоже там, он ее записывал, она делала регистрацию, они как бы ей говорят, что вот уже там осталось 1.5-2 года, все, уже теперь 5 лет. Вот. Они вроде бы подали заявление в ЗАГС, но на самом деле это надо было, конечно, вообще идею сделать заранее. Но я говорю, в те времена это было, вот, наверное, да не пару лет, лет 5 назад, было немножко проще. Человек там имел влиятельные знакомства, все, она тоже с этими людьми общалась, там, и, ну, в разных структурах государственных. А потом получилось так, что у нее заболела мама, она уехала в Россию, приехала и увидела, что другая женщина живет в квартире. Вот. Сколько она приехала? Ну, там уж пару месяцев она приехала. Uh-huh. И он говорит, ну, извини, вот, любовь прошла, завяли помидоры, но я тебе помогу потом с документами, ну, только ты поживи там в России, я тебе помогу. Вот, она стала требовать назад свои деньги за квартиру. Ну, вот с паспортом там, с абхазским. Она стала требовать свои деньги за квартиру, uh-huh. что раз они расстаются, она хочет свои деньги. Uh-huh. Вот, ей как бы пообещали, что вот-вот, это длилось какое-то время, ее куда-то даже водили, написала какие-то заявления, чтобы оформлять паспорт. Вот. Ну, я так понимаю, что это было... Вот, в данном случае я понимаю, что это был подлог, то есть ее обманывали, потому что якобы документы были на абхазском языке, uh-huh. а на самом деле, вот я, например, оформляла, все бланки идут на русском языке, потому что язык русский, он вообще-то язык делопроизводства в Абхазии, и, ну, учитывая, что все же россиянин, да, подает заявление, uh-huh. все пишется на русском языке. И вот эти какие-то мнимые переводы, это уже сразу такая, ну, четкая гарантия, что угу. если вы не понимаете, что написано в каком-то документе, значит, это будет обман. Потому что весь нотариат, все ведется на русском языке, и никто не обяжет вас подписывать какие-то документы в официальных инстанциях, если они написаны на абхазском. Нет, будет написано на русском языке. Вот. Ну, в общем, данная женщина, история закончилась тем, что когда она приехала в очередной раз требовать деньги и устроила скандал, мужчина был нетрезвый, он ее ударил ножом, она погибла. Вот. Потом приезжала ее мама, его посадили. В общем, короче, ее мама смогла вернуть только половину затраченной суммы. Ну, и практически это можно было считать, то есть, расходы на похороны. То есть, практически. Все закончилось совершенно трагически. Моей подруге, вот здесь именно в Афоне, закончилось более водевильно, так скажем. Это уже твоя подруга. Это уже была? Прям вот лично моя подруга. Угу. Она не выходила здесь замуж, она пыталась здесь вести бизнес. Угу. Она якобы взяла в аренду столовую. Те люди, которые ее сдали в аренду, и представлялись, они не сдали в аренду, а, вернее, она как бы покупала эту столовую на своих абхазских друзей. В итоге выяснилось, что они ее взяли, эту столовую, в аренду, а хозяева были даже не в курсе о наличии моей этой подруги, о том, что это деньги россиянки. Они считают, что это деньги вот этой семьи. Все расчеты велись с этой семьей, а она терпеливо ждала прибыль и только вкладывала, взяв кредит в России, заняв у своих близких, у друзей. Девушка оказалась в долгах на 2 миллиона. Вот. С горем пополам ей отдали 1700. Вот. Но она здесь в итоге вела разные бизнесы. Она свадьбы организовывала, видео снимала, туристов возила. То есть, наверное, она как бы, ну, обросла новыми знакомствами, расширила свой кругозор, пережила много приятных моментов и приключений. Даже что-то, наверное, заработала. Ну, примерно 1 миллион ей, правда, пришлось потом брать еще один кредит, чтобы вернуть долги. Вот. Ну, все закончилось. Все живы. Она живет в России. У нее сейчас все хорошо. Неоценимый жизненный опыт, она работает риэлтором, турагентом, в общем,
Вот, но в Абхазию не ездит. В Абхазию сейчас, да, сейчас не ездит, но она приезжала. Вот, то есть все живы. Вот, ну, просто сейчас, как говорится, не здороваются. Вот хозяева до сих пор говорят, да что она приехала, мы бы ей сейчас отдали. Но она уже устала все порой ее обивать, больше не приезжает. Вот, ну, столовые по-прежнему у предыдущих хозяев, а эти арендаторы уже другой бизнес ведут, еще кого-то там тоже привозят своих друзей из России. Вот, поэтому, когда вам клянутся, что вы друзья и братья, здесь что-то явно не так. Вот это вот могу сказать, как человек, который здесь прожил много лет, по-настоящему ведущим здесь бизнес-людям, которые по-настоящему хотят что-то продать и даже готовы помочь россиянам в покупке, они никогда не будут с вами брататься. Они так и будут говорить, что мы делаем дело, мы делаем, мы оформляем, все, как бы все будет именно на деловой волне. И вот это там клясться, что ты моя сестра, что ты мой брат, резать руку кровями, там обмениваться, этого никто не будет делать, если это делается всерьез. То есть это люди взвешенные, обдуманные. Есть у меня знакомые, которые купили здесь землю, они из Челябинска, они купили землю, построили дом. Ну, земля как купили? Она оформлена на предыдущих хозяев, но они отдали деньги. Отдали деньги. Отдали деньги. Здесь купили, это называется отдали деньги. Ну, отдали деньги, но они построили дом, они по, у них выкуплен магазин сухой. Но сейчас уже все в порядке, то есть у них уже абхазское гражданство, все уже оформлено на них. Вот, но это было тоже, это было 14 лет назад, они приехали. Здесь у них сейчас старшая дочка, здесь замужем, уже тоже гражданка. Они ведут бизнес давно, никто их тут не кидал, то есть они, ну, они мудрые люди, они действовали аккуратно и потихонечку и заводили знакомства с действительно порядочными людьми. Вот, конечно, доля риска всегда есть, потому что, допустим, вы оформили на вполне порядочного человека, а у него, допустим, есть взрослые дети. И вдруг с этим человеком что-то случилось, документы на него. Ну, дай бог, да, что дети достойны родителей и воспитаны так, что они не захотят сказать, это наше наследство, мы тебя не знаем, гуляй, Ваня, дальше в свою Россию. Вот, ну, в данном случае тут все хорошо, вот, все уже бизнес переведен, все переведено на них, они прожили достаточно лет, пользуются здесь уважением, ну, говорю, уже дочка замужем за местным, девочка учится в университете, сын заканчивает школу, младший, уже самые младшие дети. Вот, ну, в общем-то, все сложилось хорошо. Поэтому, если как бы люди приезжали сюда до этого много лет, и тогда была такая ниша определенная, вот они привозили кондитерскую продукцию, которой здесь не было. Сейчас им вообще приходится втройне крутиться, потому что ну, именно что-то новенькое, что-то интересненькое. Но у них уже своя четкая клиентура. Они магазины поставляют, они в кафе поставляют, там, в детские сады подарки комплектуют. То есть у них уже очень большие объемы. Зайти сразу вот с таким вот, это невозможно. И сейчас очень уже все вот плотно-плотно занято. То есть мебельный рынок занят, кондитерка занята, вещевой рынок, он у нас все-таки больше ориентирован на Турцию. Турция, да. Производство, опять я говорю, что-то производить здесь, какие-то детали, что-то, не тот объем спроса. Поэтому больше это может быть сфера обслуживания. Но, опять же, обогатиться здесь, допустим, с какой-то парикмахерской или с ногтевого салона, да гораздо проще это сделать в России, сюда просто приезжать, отдыхать и тратить здесь свои денежки. На 100%. Вот, получать максимум удовольствия, минимум нервов. Это гораздо лучше. Все-таки, Ань, согласись, Абхазия больше заточена на поступление денег, чем на вывод их отсюда, да? Конечно, да. Тем более да, россиянами, да. Ну, вот раньше я посылала деньги маме отсюда, я все время смеялась, я говорю, я одна отсюда отправляю деньги, только узбеки и я, больше никого. Вот, ну, просто потому что, я говорю, я здесь оказывала ту услугу, которую некому было, кроме вообще в тот момент заниматься, у меня вообще не было конкурентов. Вот, сейчас у меня, как бы, у нас уже есть коллеги, которые тоже овладели методиками, там, прошли обучение, вот, работают. Ну, и русские девочки тоже, несколько человек здесь есть, тоже вот в браке там живут, основательно так относятся к работе. Вот. Но это, опять же говорю, это очень-очень узкое такое поле. Врачи здесь хорошо живут, открывают свои клиники, и россияне. Ну, опять же, россияне. У нас есть очень хороший гинеколог-репродуктолог. Она замужем за абхазом живет, работает в Гагре. Она русская, и она именно подчеркивает, что она российский специалист. Вот, и хороший оборот, хороший бюджет в клинике. Но она и вложилась, она привезла оборудование, она как бы пришла с конкретным такой, с конкретной платформой. Она репродуктолог. Сухуми, да? Вот. Нет, у нее в клинике, клиника в Гагре. В Гагре. В Сухуми тоже знаю врачей. У нас вот недавно врачу-онкологу в Тварчеле дали целый дом. Вот, потому что там вообще не было врачей-специалистов по онкологии. Но это, опять же, надо понимать, какая мера ответственности. Это не то, что ты приехал и легко заработал денежку и уехал. Или там остался, да, и так ты сидишь, так щелкаешь пальцем, а бабло капает. Такого почти не бывает. Если действительно есть какая-то эффективная идея по бизнесу, и ну, есть объем своих незаемных... Есть какой-то объем своих незаемных средств, которыми можно рискнуть. Иди. Нельзя пить, нельзя. Ну, глоточек, ладно. Глоточек можно, просто холодный. У нас только горло. Короче говоря, если есть объем каких-то своих средств, которыми можно рискнуть, то вполне... Которые ты готов отдать безвозвратно, добровольно. Ну, может быть, они не получится. Да. Ничего не мешает в Министерстве юстиции зарегистрировать ООО
с составным капиталом 10 тысяч. Ну, там должен абхаз состоять в этом ООО. Нет, нет, сейчас? Нет, нет. Это, как это называется там? И что это даст? Это акционерное, а это вот ООО, когда общество с ограниченной ответственностью. Вот. Это может быть россиянин. И можно, пожалуйста, там, арендуй нежилое помещение, открывай, допустим, свой маникюрный салон. Если ты продержишься там сколько-то, да, ну, ты продержишься. Если ты вдруг, не, как сказать, не пошло, да, то твое оборудование принадлежит тебе. Недвижимости, допустим, снимал, закрыл аренду, ты не должен. Все, и движимое не объявляешься банкротом, да. Уплачиваешь штраф 1500, ну, сейчас, может, он чуть больше, ну, примерно, да. Уставной капитал возвращается тебе, оборудование принадлежит тебе. Ты один, ты единственный владелец, все принадлежит тебе. Все, закрылся и закрылся. Ну, не получил прибыли, может, потерял деньги на аренду, допустим, там. Ну, просто она ушла, а прибыль не принесла. Ну, и как бы и мирным способом можно попытаться. Тоже не вижу смысла. Ну, опять же, зачем это не сделать в своем регионе, где ты понимаешь, как себя рекламировать. Почему-то все думают, что здесь много едет туристов сюда в сезон, да, и все хотят с этого ложку меда свою какую-то себе в карман положить. Жить, вот. Но это все настолько... Надо это организовывать, интересные места, интересные идеи в своем регионе. В своем где ты стоишь делать, на своей земле, да. И всегда можно, если голова варит, можно придумать изюм где угодно. Вот. Можно, не знаю, блин, продавать уникальный чернозем в коробочке, можно собрать лекарственные травы. Ты, в России мы понимаем, как работают российские мозги. Рекламную кампанию можно организовать под российское мышление. А здесь люди думают иначе. И, допустим, что-то продать абхазам, надо думать совершенно иначе. В общем, друзья, я устала держать телефон. Наверное, мы уже раскрыли на другой. Да, пойдем, на детской. Тему получения гражданства и паспорта. И потом обратно, ладно? От первого лица раскрыли, по-моему, в полной мере. Я не знаю, наверное, еще таких видео... Никто, наверное, не снимал. Это единственный мой проект в Абхазии. Чтобы люди, которые сюда едут, не питали каких-то лишних иллюзий, да. Надежд и уезжали отсюда с легким, а не с разбитым сердцем. Да. Самый, да? Лучший способ уехать из Абхазии в хорошем настроении, с хорошими впечатлениями, это изначально попытаться хоть что-то узнать именно о стране, и не из блогов там кого-то там, вот, ну как бы, кто один день пробыл в Абхазии, там вечно чем-то недовольны или что-то, а потом почитать людей, которые здесь находятся длительное время, которые приезжают как-то или годами, да, когда мы уже с тобой познакомы, которые здесь живут, почитать вот это, почитать что-то о самой культуре Абхазии, о том, как абхазы к своей стране относятся, какие-то моральные там нормы и допущения, и какие-то обычаи. Вот почитать об этом, представить себя в этом внутри и не питать иллюзий, не ждать, что Абхазия что-то должна. Вот здесь меня должны полюбить, меня должны принять, меня должны... Здесь никто никому с Россией не должен. То есть это другая страна, в которой очень хорошо можно себя чувствовать, если ты приехал просто вот... Его найти! Пушки, я тоже не знаю, куда он делся, но он найдется. Пушки, захочешь, иди. Точно. Это мы про Федю. Федя где-то на площадку убежал. Я тоже ваша подписчица. Здравствуйте. Мы как раз большое. Нет, мусорить нельзя в воде, в пруду. Как вас звать? Я видела, просто что-то не стало. Рассказывайте, как вас звать? Лена, откуда приехали? Откуда? С Самары, рядышком. Я тут все лето жила, кстати. Я в мае прилетела, я тут работала, в сентябре уехала. Я сейчас вот вернулась, 25-го прилетела побыть просто. На всю зиму? Нет. Как? Просто живете здесь или чем-то занимаетесь? Сейчас просто отдыхать. А летом, летом я просто работала в отеле, в одном работала, там на горе, который выше. Вот стоял. Как раз к теме нашего сегодняшнего Орлинка. Видео. Орлинка. На Орлином гнезде работали, да? Да. Вот горничная? Там, да, горничная. На берегу потом ушла, вот где на Копи, там Грин Терраса, не знаете, там это, отель, пляж. Там я работала в кафе. Сколько платят? Вот, там платили, мало получалось, но мы там жили, как бы, они вот, ну, за счет того, что мы там жили, нас кормили. 40-50? Ну, где-то, не, меньше выходило. Меньше? А вот здесь вот в отеле 2000 мне платили, но я здесь работала с 11 утра. До 7 вечера. То есть вот такой график меня прям устроил. 2000 платили. Это немного с 11 до 7. Я вообще там сидела, нифига не делала. Вот, ну, просто там продавала напитки, там, а что на территории отеля? Там мало народу, там придут, пару бутылок пива возьмут. Вообще получилось и заработать что-то? А накопить? Было, нет, я не нет? Копила, у меня цели не было, я хотела пожить. Море. А, просто пожить, ну, приятное с полезным, да? Да, чтобы мне вот хватало. А вообще в Абхазии я сюда много лет уже давно. 10 лет точно, наверное.
А в Самаре тоже хорошо же. Ну, неплохо, да. Ну, моря нет, да? Ну, там моря нет, мне здесь нравится. Зимой холодно, нравится? Я раньше тоже с сыном приезжала, сейчас у меня уже взрослый. А живете, снимаете? Здесь, да. Ну, ну летом, когда вот работали, я... там жили? Здесь жила. Потом я ушла, у меня здесь в Приморском друзья, я у них жила. Ну, как бы вообще бесплатно получилось. Угу. Сейчас я, у меня подружка в Ушере, там, ну, кстати, приезжий тоже, она не уехала, мы с ней познакомились, работали. Она сейчас мандарины здесь в Афоне собирает. Я вот у нее там, она у своих знакомых. В смысле, работа, да, такая, собирает мандарины? Мандарин, ей за это там потом платят. Сколько платят за сбор мандарин? Вот, честно говоря, как-то вот, что она говорила, 7 рублей килограмм, что ли. То есть вот ящик у нее получается там 17 килограмм, с чем там 100 с чем-то рублей. Ну вот, грубо говоря, она 20 ящиков за день собирает. Ну те же вот, получается, там 2000 она где-то зарабатывает. В день? Да. Вот она с утра и до темна. Вообще, по-моему, это ужасный труд. Тяжелая кадрный. Работа. Неужели собирать в России мандарин? Нет? Да, тяжелая работа. Их надо правильно собрать еще. Там же надо, видите, там надо... Я работала. Не то, что я не работала. В смысле, у нас просто в семье вот сад, и мы все там, кто помоложе, на эти деревья. Не знаю, она говорит, что ей очень нравится. Она говорит, мне вот вообще лучше, чем Абхазию мыть. Мне нравится. Нет, там дело в том, что не просто так вот идешь и срываешь. Там нужно каждую мандаринку обрезать, чтобы не порвать вот эту жопку. Она это делает секатором. Секатором, вот, каждую это... Их там не бросишь, это кропотливый труд такой. Она меня зовет, я говорю, нет, я не хочу. Ну, было очень интересно. Я думаю, нашим зрителям полезно получить эту информацию. Хорошего отдыха. В заключении нашего видео, мы тут уже в промежутке обговорили еще кучу всяких моментов. Вот. Ну, во-первых, замуж надо выходить по любви, хоть в Абхазии, хоть во Франции, хоть в Африку. Вот. Вот. Любовь возможна, вот. И счастливые семьи есть, и русско-абхазские, и абхазско-российские, но в основе должна лежать любовь и нежелание просто пожить в Абхазии. Просто, чтобы пожить в Абхазии, сюда можно приехать в любой момент по внутреннему российскому паспорту, и нет никаких преград, кроме вашего личного свободного времени, материального запаса в кармашке. Вот, ради бога, для этого ничего не нужно. Гражданство в Абхазии все же подразумевает определенные обязанности, не только права, поэтому, как и любое гражданство, оно должно предполагать четкий план и весомые причины для проживания в этой стране. Для всего остального достаточно просто сюда приехать. Ну а бизнес? Ну, наверное, надо сначала у себя дома научиться делать эффективный бизнес, чтобы потом куда-то уже его вывозить, на мой взгляд. Ну, еще есть такой немножко такой духовный, мистический компонент. Я бы сказала, что... ну, все знают, да, расхожую фразу «Абхазия – страна души». Мы как-то с девочкой знакомой пришли к такому выводу, что Абхазия в каком-то смысле страна кармы. То есть, ну, это так пафосно, да, звучит. Ну, все равно здесь каждый получает, вот, наверное, какой-то очень такой лично свой жизненный урок. Произвести какой-то обман, какую-то авантюру – это вряд ли. Здесь всегда придет обратка. Вот, поэтому... Лучше приезжать отдыхать. Вот. И чем, как бы сказать, чем меньше ожиданий, меньше планов и меньше якорей, тем слаще будет каждый отдых. Я бы так сказала, прожив здесь 12 лет. Ой, спасибо большое, Анечка. Это видео, это, наверное, будет заключительным видео с нашей этой поездки. Я уже боюсь говорить, что я больше не приеду в Абхазию. Ты меня одну бросишь, ты должна приехать. Нет, сюда надо приехать. В Абхазии хорошо, в принципе, в любое время. Сколько сюда не приезжал и сколько бы не жил, всегда есть моменты, которые мы не знаем и которые открываются заново. Ломаю темноту, неровные ноты. Я смогу и как-нибудь доживу до утра. Можно терпеть, но мы свели счеты. И здравствуй, запах севера. За тобой захлопну дверь, не жалея ни о чем. Как пушистый дикий зверь, посмотрю через плечо. Разорву тугую нить, из шеи оберег. Упадет и пойдет первый снег. За тобой захлопну дверь, не жалея ни о чем. Как пушистый дикий зверь, посмотрю через плечо. Разорву тугую нить, из шеи оберег. Никем не болеть, ничьих не ждать шагов. Мой дом увидит танцы, а ты крылья опаля. Улетай, моя птичка, небо тебе судья. За тобой захлопну дверь.